Сегодня в половине четвертого утра в Новочебоксарске произошло ЧП. В 53-м цехе при установке заглушек на трубопроводе была зафиксирована утечка хлора. На месте происшествия оперативно сработали все службы. В Новочебоксарск сразу после аварии выехал и руководитель Госкомитета Чувашии по чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. Сегодня с утра он доложил о происшествии главе Чувашии. Авария произошла в 3 часа 30 минут. Через час в единую диспетчерскую службу Новочебоксарска поступило сообщение об утечке незначительного количества хлора, говорится в официальном пресс-релизе предприятия. Незначительная утечка хлора при установке заглушек на трубопроводе 53-м цеху. По предварительным пока расчетам получается около 3 литров утечка. Автоматическая система сработала полностью на территории завода. Дымовая завеса была установлена своевременно. Плюс 17-я спецчасть Федеральной службы противопожарной тоже выехали. Они установили 2 фронта завесы водяной и тем самым заглушили полностью утечку хлора. Во время выброса пострадали 4 человека. Они почувствовали запах хлора, но не придали значения и не предприняли никаких мер безопасности. Все поступили, все были доставлены в Новочебоксарскую городскую больницу. Одна женщина, вот повар, более тяжелая, находилась в тяжелом состоянии, дала отек легкого, но помощь была своевременно оказана, сейчас стабилизирована. Сейчас состояние расценивается как тяжелое, но обходится без искусственной вентиляции легких, отек легких снят, дышит самостоятельно. Все остальные пациенты тоже находятся на момент сейчас в Новочебоксарской городской больнице. Состояние оценивается как средней степени, мы все равно оценим как средней степени тяжести. Глава Чувашии просил все службы оказать необходимую помощь пострадавшим. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.